Малыш, иди ко мне. Я отнесу тебя. Я и сам могу ходить. Я просто хочу донести тебя до дома. Что в этом такого? Но я же не маленький. Я сам дойду. Хорошо, идем. Умут. Сынок, ты так напугал меня. Мама, пошли, зайдем домой. Умут. Сынок. Я ухожу, дорогой. Куда ты, мама? Да, я обниму тебя хорошенько. Сынок, слушайся папу и дядю, хорошо? Делай все так, как они говорят. А, ты моя умница, мой маленький. Куда ты собираешься, мама? Умут, сынок, твоя мама больна. Она пойдет в больницу и будет лечиться. Так ведь, Эмине? Это из-за меня ты собираешься лечь в больницу? Но со мной же ничего не случилось. Нет. Нет, малыш, это не из-за тебя. Мама, не надо. Я сам буду заботиться о тебе, и ты вылечишься дома. Нет, сынок, так нельзя. Умут, тебе нельзя переутомляться, сынок. Ты же только что из больницы. Идем, идем домой. Да, Умут, мой ребенок. Эмине! Эмине! Тут твои вещи. Вдруг понадобятся. Возьми. Послушай, позаботься об Умуде, хорошо? Не спускай с него глаз. Конечно, Эмине. Не переживай. Он и мой сын тоже. Не беспокойся о нем. Я присмотрю. Хорошо. Эмине! Эмине, дорогая, послушай. Если ты не хочешь в больницу, то можешь не ехать. Оставайся дома. Я буду заботиться о тебе. Мы просто каждый день будем ездить к доктору. Нет, нельзя. Мне надо лечь в больницу. Я же больна. Вдруг я снова причиню вред Умуду. Поехали. Поехали. Да. Скорее. Thank you.